Кроссовки зашнурованы, защитные наколенники на месте. После разминки парная тренировка. Теперь можно играть в полную силу. Анапские волейболистки день за днем идут к единственной цели – стать первыми. В течение двух последних лет занимают только призовые места на соревнованиях разных уровней. Взаимоотношения очень хорошие детей. Пусть они гладят, они дружат, поддерживают друг друга. Занимаются 4-5 год, кто-то 6-й. Самый важный старт в их жизни был этой осенью, в конце сентября, финал первенства края. Мы очень долго к этому шли, отыграли очень много соревнований, турниров. Победа на краевых соревнованиях распахнула дверь в сборную Краснодарского края. 7 анапчанок вошли в ее состав. Татьяна Роу, капитан команды, волейболом занимается уже 6 лет. На площадке и зону подскажет, и пас удачно даст. Все в команде как бы дружные. С каждым годом играем все лучше и лучше. Анна Мовчан решила заняться волейболом в 3 классе. Родители предлагали мне разные виды спорта. Баскетбол, ну так как высокая была сразу. Также я ходила на танцы, музыку, рисование. Ну вот как-то везде не очень получалось все. Вот, ну решили пойти на волейбол. Сейчас она лучший спортсмен года по волейболу. Анна много тренируется. Друзья чаще видят ее фотографию на доске почета, чем саму Анну. Волейбол для нее не только увлечение и спорт. Работа в команде прежде всего. Много друзей, умение подстраиваться под разные характеры, под разных людей, конечно, это дает большой плюс. Впереди первенство России в 3 этапа. Через 2 недели анапские звездочки отправятся за новыми медалями. Девчонки рассчитывают на награды.